Почти миллиард тенге выделили на ремонт объектов культуры в Северо-Казахстанской области. По программе «Аул Ель-БСГ» в селах восстанавливают полуразрушенные и модернизируют старые дома культуры. К примеру, в поселке Червонное сельский клуб преобразился до неузнаваемости. Теперь там нет проблем с прохудившейся крышей, а местных ценителей творчества радует современный интерьер. 8 тактов. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Детям из Червонного летом скучать не приходится. Репетиции, концерты. Сельский дом культуры недавно отремонтировали. Полностью обновили интерьер, заменили систему отопления и крышу, которая то и дело протекала. Та картина, которая была и сейчас, которая есть, это очень большая разница. Очень приятно работать. Люди с удовольствием сюда приходят, обновили, вот, нарядили нам сцену, обновили полностью весь зал. Приятно дышать, приятно работать. Люди тянутся, спрашивают теперь концерты. На ремонт ДК по программе «АУ Ель-БСГ» выделили свыше 80 миллионов тенге. Внутри преобразилось все – и зрительный зал, и танцевальный, и костюмерная. Скоро здесь откроют фитнес-центр. В планах реконструкция фасада. Аналогичную работу по обновлению очагов культуры проводят еще в нескольких селах района Габита-Мусрепова. Также пройдет реконструкция внутренних помещений, здания, полностью обновится система водоснабжения, канализации, отопления, замена окон, ну и полностью крыши, потому что многие старые дома культуры, уже обветшавшая крыша, она дает течку. В целом по области в этом году планируют отремонтировать 11 объектов культуры. На эти цели из бюджета выделили почти миллиард тенге. Нургуль Ахметова, Куаныш Казбеков, Хабар 24, Северо-Казахстанская область.